Ёхана баба, заманала уже голодным бегать. Хавать охота. Где достать бесплатные консервы в Red Dead Online? Информация для новичков и тех, кто принципиально не покупает консервы через каталог. Всего подобных видео будет 3. В данном ролике поиски консерв будут в штате Вест-Элизабет. Ранчо «Багряный небосвод». Лавка Гаса возле железнодорожной станции Рикс. Можно забрать одну банку консервов. Like I always say, I aim to please, but I shoot to kill. That was quick. Ранчо «Хэнгинг Дог». Здесь я соберу несколько консерв. Внимательно следи за моим персонажем. Thank you.
Лавка Гаса в лесу Блэкбоун. Здесь можно поживиться одной баночкой консерв. All right, good luck out there. Are you trying to get a rise out of me? If you see Harriet on your travels, please give her my worst regards. Happy hunting. Торговый пост Монсонита. В доме можно поживиться двумя баночками консерв. Лавка Гаса в окрестностях торгового поста Монсонита. Можно забрать одну банку консервов. Can't tear yourself away, huh? Заброшенный форт Рикс. Здесь можно разжиться баночкой соленых потрохов и консервированным лососем.